Сегодня, 25 мая 2016 года, во всех школах города, области, во всех школах страны звенит последний звонок. И городской парк радушно распахнул свои ворота, принимая посетителей и выпускников средней школы, выпускников начальной школы. На территорию парка уже пришли за сегодня около 10 тысяч человек. Колоссальное количество среди них – это выпускники. Сегодня все службы парка работают в усилении. Сотрудники территории следят за порядком. Сотрудники отдела полиции тоже работают в усилении, следят за безопасностью посетителей. Сотрудники аттракционной площадки тоже в усиленном составе. Работают все кассы для минимизации времени ожидания. Но сногсшибательной популярностью пользуются экстремальные аттракционы. Это камикадзе, это хип-хоп, это НЛО. То есть молодежи очень хочется ярких красок в жизни. От всего коллектива городского парка я себя лично, от всей души поздравляю выпускников школы с этим праздничным торжественным днем. Желаю им успешной сдачи государственных экзаменов и успешного поступления в вуз. Потому что здесь очень классно, много разных каруселей. Мы хотели побывать именно на карусели камикадзе, ну, вспомнить детство. Все-таки уже прощай, школа. Да. Да. Нам очень понравилось, очень все круто. Очень классно. В общем, у нас очень много настроения. Да, и зашкаливает. Очень много красивых таких нарядных учеников. Прям очень все нарядные, чувствуется праздник. Вот. О!